Весной просыпается все живое, и то, что приносит радость, и то, что лучше бы никогда не просыпалось. И это клещи. Взрослая самка паразита весной откладывает яйца. Их количество может достигать несколько тысяч. К концу лета из них появляются личинки. А остерегаться, как правило, нужно именно взрослых особей, которые являются переносчиком опасных заболеваний. Чтобы обезопасить от клещей и людей, и животных, в районе прошли профилактические мероприятия по борьбе с клещами. Об этом нам рассказал подробно главный агроном управления сельского хозяйства Беслан Батышев. На сегодняшний день обстановка по клещам очень напряженная. В связи с этим приходится обрабатывать все пастбища, все места выгулов сельскохозяйственных животных. В связи с этим было принято решение администрации района совместно с другими организациями провести обработки против клещей. В связи с чем на сегодняшний день в районе завершается данное мероприятие, и обработано около 1400 гектаров пастбищ в Кашхабском районе. Привлечена авиация, чтобы для быстрое завершение данных работ. На сегодняшний день профилактические мероприятия завершены. Специалисты управления сельского хозяйства обращаются к жителям района с просьбой не выгуливать домашних животных в течение 10 дней со дня обработки.